Физкульт, привет! В эфире НТВ очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте «Хит-трик». В южнокорейском Пхёнчхяне продолжаются снежно-ледовые олимпийские баталии, но сегодня снова не о них. Хотя, открою небольшой секрет, мы готовим специальные выпуски, в которых гостями студии станут непосредственные участники главных игр четырехлетия. Но это в ближайшем будущем, а прямо сейчас новости. И сначала бальзам на сердца тех, у кого пауза в регулярном чемпионате КХЛ начинает вызывать тоску. Во-первых, возрадуйтесь, болельщики «Торпедо», уже во вторник, 27 февраля, автозаводцы вернутся на континентальный лед и в предпоследнем матче регулярки встретятся на выезде с казанским «Акбарсом». Ну а вишенкой на торте по случаю завершения чемпионата станет домашняя игра против «Витязя» на льду Нагорного 1 марта. И именно этот матч телерадиокомпания НТВ покажет в прямом эфире. И если все это было из пункта «во-первых», то во-вторых, в ожидании КХЛовских баталий «Торпедо» порадовала своих болельщиков контрольными матчами в Ярославле. В том числе и с потенциальным соперником по первому раунду плей-офф Кубка Гагарина. Но до встречи с «Локомотивом» еще была игра с омским «Авангардом». Начало этой встречи порадовало игрой без остановок в течение первых 10 минут. В этот период автозаводцы больше владели шайбой, но голевому результату этот контроль не привел. Как ни случились взятия ворот и ближе к перерыву, когда соперники обменялись опасными уколами. Но в тех моментах надежно сыграли голкиперы. Олег Шилин у «Авангарда» и Станислав Галимов в рамке «Торпедо». Последнему особо потрудиться пришлось уже во втором периоде, когда на скамейке штрафников бело-синих присели отдохнуть братья Захарчуки – Степан и Иван. Без них нижегородцы отбивались от атаки мячей почти 2 минуты. Спасибо Галимову, он оставил свои ворота в неприкосновенности. И забегая вперед, отметим, что и в оставшееся время матча 40-й номер «Торпедо» не подвел и в итоге оформил заслуженную сухарь. Чего не скажешь о его оппоненте. Голкипер «Авангарда» пришлось дважды доставать шайбу из сетки. Счет в матче на 14-й минуте второго периода открыл Каспар Сдаугавич. Он точным броском нашел брешь в броне Шилина. Следующий гол случился уже ближе к сирене. За 2 минуты 45 секунд до окончания заключительного периода Владимир Галузин установил окончательный счет встречи. 2-0 в пользу «Торпедо». При всем уважении к «Авангарду», но гораздо больше интерес вызвал матч «Торпедо-Локомотив». Во-первых, трибуны Ярославской арены снова заполнились местными болельщиками, которые вспомнили нужные кричалки. А во-вторых, именно эта пара, скорее всего, будет выяснять отношения в первом раунде плей-офф. Отличная, скажу и вам, репетиция получилась. Нижегородская «Торпедо» в олимпийскую паузу провело второй контрольный матч. Напомним, в первой товарищеской встрече команда Петриса Скудры обыграла «Авангард». Вторая игра в ожидании возобновления чемпионата КХЛ интриговала одним только именем соперника автозаводцев. Скрестить клюшки предстояло с потенциальным соперником бело-синих по первому раунду плей-офф. Ведь поход за Кубком Гагарина «Торпедо» скорее всего начнет серию игр с «Локомотивом». Вот с железнодорожниками и решили проверить свои силы в штабе нашего клуба. Встреча получилась весьма результативной. Соперники накидали друг другу в общей сложности 8 шайб на двоих. Причем лидер по ходу матча менялся 3 раза. Сначала активнее были хозяева. К 15-й минуте они вели 2-0. Но гости еще до перерыва усилиями Ивана Захарчука одну шайбу отпитали. Ну а в начале следующего периода точные броски Павла Медведева и Федора Белякова вывели «Торпедо» вперед. Отметим, что оба результативных выстрела были сделаны от синей линии. К сожалению, на больше автозаводцев не хватило, и в оставшееся время забивали уже только ярославцы. «Локомотив» победил 5-3. Причем две последние шайбы хозяева забили с разницей всего в 37 секунд. Теперь «Торпедо» продолжит подготовку к оставшимся матчам регулярного чемпионата КХЛ в Нижнем Новгороде. Напомним, на этом этапе «Скудри» и «Ко» осталось провести 2 встречи. 27 февраля в Казани сыграем против «Акбарса», а 1 марта закончим чемпионат домашним матчем против «Витязя». От «Торпедо» к «Чайке». Нижегородская молодежка в регулярном чемпионате МХЛ провела очередные матчи. В Мытищах команда Вячеслава Рьянова сыграла против местных «Атлантов». И младшие автозаводцы не подвели. Стартовый период на Мытищевском льду порадовал сразу 3 заброшенными шайбами. И что особенно приятно для нижегородских болельщиков, «Чайка» в этой перестрелке выглядела увереннее. В составе нашей молодежки особенно отличился Сергей Жилов. Сначала он открыл счет встречи на 9-й минуте. Хозяева площадки, впрочем, довольно быстро отыгрались, но автозаводцев паритет не устраивал. И уже через 2 минуты «Чайка» уже в большинстве снова повела. И на этот раз Жилов выступил в роли ассистента. А солировал во взятии ворот «Атлантов» в том моменте Андрей Рунов. 2-1. Этот счет до
Счет первого перерыва больше не изменился. Зато следующая 20-минутка снова преподнесла несколько результативных бросков. Так, в середине периода поздравления в составе «Чайки» принимал Евгений Матянин. Гости повели 3-1. Но и этому комфортному преимуществу не суждено было долго радовать нижегородцев. «Атланты» вскоре воспользовались численным преимуществом и сократили отставание до минимума – 2-3. И этот скользкий счет в итоге продержался до финальной сирены. В честь наших игроков в третьем периоде они так связали соперников, что мытищинцы смогли нанести только 5 прицельных выстрелов в створ ворот. Чем интересен регламент чемпионата молодежной хоккейной лиги, так это тем, что матчи проходят в парном формате. И уже на следующий день после победы над «Атлантом» «Чайке» пришлось снова держать бой против этой подмосковной команды. Повторная игра против «Атлантов» принесла еще больше положительных эмоций. На этот раз подопечные Вячеслава Рьянова позволили себе расслабиться лишь однажды. «Чайка» пропустила единственную шайбу в первой половине третьего периода. Зато сами автозаводцы накидали соперникам 5 голов. На 14-й минуте счет в матче открыл Андрей Панчук, а в середине периода под номером 2 его почин продолжил Дмитрий Пашков. С той лишь разницей, что 29-й номер «Белосиних» отличился при розыгрыше лишнего. Причем и этого гостям показалось мало, и уже через 39 секунд голкиперу «Атлантов» снова пришлось доставать шайбу из ворот. Здесь автором гола выступил Никита Томилов. Но основные события этой встречи случились в третьем периоде. Именно там, на 46-й минуте, хозяева льда сумели одну шайбу отквитать. Но автозаводцы словно не заметили этого укола, а Сергей Жилов в цветах «Чайки» повторил свой успех первого матча между этими соперниками. Снова заработал 2 очка с той лишь разницей, что если днем ранее он отметился одним голом и одной передачей, то в этот раз на пас он размениваться не стал и дважды заставил капитулировать вратаря «Атлантов». Для этого ему понадобилось всего 73 отдельно взятых секунды. 5-1 – крупная победа «Чайки», и она особенно важна за 2 недели до окончания регулярки НХЛ, когда многие команды продолжают борьбу за попадание в восьмерку сильнейших. Нижегородская молодежка на данный момент еще не гарантировала себе выход в плей-офф. В активе автозаводцев 86 очков и текущее 7-е место в западной конференции. И на этом о хоккее еще не все. Хочется выразить огромную благодарность руководству «Торпедо» и председателю правления хоккейного клуба «Саров» Алексею Голубеву за то, что организовали пресс-тур в один из самых закрытых городов мира. Но не за военными тайнами отправилась туда наша съемочная группа. Нижегородские журналисты вместе с саровчанами приехали поболеть за фарм-клуб «Торпедо». Среди них был и наш корреспондент Александр Быков. Эта команда была основана 16 лет назад. Вот уже много лет «Саров» играет в высшей лиге. В 2011-м саровчане заняли 5-е место в регулярке. Все эти годы клуб пользуется бешеной популярностью у болельщиков из «Сарова». Во-первых, значит, это вот, красивый, хороший, значит, стадион, я имею в виду, ледовый дворец. Вот. Во-вторых, значит, команда, ну, чувство мастеровитая. Для того же «Торпедо» сортирует игроков. Они их и сюда присылают, и туда набирают, как бы. Чтобы там не засиживались, они здесь пусть играют. Нужны, конечно, обязательно. Они здесь подготавливаются хотя бы к нашей к игре, на ночь. Саровский ледовый дворец смещает 1200 человек. Аншлаги здесь бывают не всегда, но и редкими их не назовешь. Люди болеют за хоккейный клуб «Саров». Они испытывают чувство гордости за «Саров». Поэтому я считаю, что вот если бы этого не было, город бы много потерял. Такая популярность не должна никого удивлять. Команда заслужила поддержку болельщиков результатом. В этом календарном году на своем льду «Саров» из 8 матчей выиграл 7, 4 с крупным счетом. 3 последние игры завершились с общим счетом 15-2. На этот раз соперником стал «Торос» из Нефтекамска, трижды выигрывавший Кубок Братина. Причем сразу и не скажешь, что первично – результат или подготовка хоккеистов для «Торпедо». Мы работаем на систему, и мы в этой системе тот болтик, который нужен системе. В «Сарове» 2 разноценных голкипера – Андрей Тихомиров и Николай Мальков. Они сыграли примерно одинаковое количество матчей. На этот раз в воротах Тихомиров. Мальков поддерживает коллегу со скамейки. Еще одна отличительная черта нашей команды – сплоченный коллектив. Здоровая конкуренция, она всегда должна присутствовать на льду. Но только на льду. В жизни мы с Андрюхой хорошо общаемся, мы понимаем, что такой длинный и тяжелый сезон можно успешно провести только вдвоем. Когда пара вратарей играет, когда у одного спад, второй может подстраховать. Счет в первом периоде открывают саровчане. Гол на счету Романа Конькова.
В дальнейшем Саров довольно уверенно обороняется, но в итоге за дело берутся арбитры. Дважды судьи оставляют наших хоккеистов втроем против пятерых соперников. И если в первом случае удается отбиться, то во втором Тарос сравнивает счет. Станислав Голованов удачно играет на пятачке. Игра переходит в овертайм, и вот там саровчане доказывают, что они сильнее. Причем после гола Александра Коннова, который видит все трибуны, арбитры прибегают к помощи видеоповтора. Так или иначе, саровские хоккеисты выигрывают этот матч со счетом 2-1. Все ребята хотят продлить сезон и играть лучше, чем тренироваться. Они все это прекрасно понимают. Ну и для города, я думаю, что это опять же праздник. То, что выиграли, это большое спасибо ребятам и болельщикам. После матча приятная церемония. Один из лучших защитников команды, Виталий Тесленко, празднует 25-й день рождения. Болельщики вручают ему торт. Для меня впервые, так очень приятно. Спасибо им большое за поздравления. Спасибо. До конца регулярного чемпионата осталось два матча. В субботу в Саров пожалует «Нефтяник», а в понедельник – «Ишсталь». Саровчане уже обеспечили себе место в плей-офф, но и хоккеисты, и тренеры обещают – в каждом матче будут играть на победу. Нельзя по-другому при таких-то болельщиках. Так уж получилось, что сегодня первый период «Хит-трика» целиком и полностью посвящен хоккею. И мы продолжим, только дальше речь пойдет о русском хоккее. Нижегородский клуб «Старт» сейчас находится в заключительном выездном турне чемпионата Российской Суперлиги. Команде Алексея Дьякова выпало прокатиться по маршруту Иркутск-Хабаровск-Казань. Понятно, что в этом сезоне нам снова не видать плей-офф, но это ничуть не снижает нашего желания поболеть за любимую команду и, возможно, порадоваться ее успехом. Это в идеале. Но только не в матчах против лидеров чемпионата. А именно к таковым можно отнести иркутский «Байкал-Энергию». Клуб, который перед отчетной игрой против «Старта» шел на пятом месте турнирной таблицы. И благодаря все тому же «Старту» после встречи с нижегородцами поднялся на четвертую строчку. «Старт» начал выездное турне с матча в Иркутске. Хозяева, потерпев два досадных поражения в Казани и Ульяновске, естественно, постарались реабилитироваться перед своими болельщиками. Что ж, счет в итоге оказался приемлемым для иркутян – 6-2. Но и нижегородцы сыграли в целом неплохо. В первом тайме поначалу шла равная игра. «Старт» неплохо комбинировал и создал пару моментов у ворот Лапина. Но за эту половину встречи нижегородцы набрали аж 55 минут штрафа. Именно в разряженном пространстве хозяева поля отличились с углового, забил Александр Егорычев. Он же под занавес таймера реализовал пенальти 2-0. В начале второго тайма Егорычев делает хит-трик, но вскоре гости отыгрывают один мяч, причем гол получился красивым. Продольную передачу Евгения Корева с лета замкнул Алексей Киселев. Даже местные болельщики в тот момент аплодировали игрокам «Старта». Но все решили два следующих гола иркутян. Сначала хлесткий удар с хорошей позиции нанес Никита Иванов, а затем Артем Фероян использовал ошибку защитника «Старта», крайне не вовремя упавшего. В оставшееся время команды обменялись голами. У «Старта» передачу с левого фланга Сергея Переминова принял в центре штрафной Денис Катков и технично забил. А на 84-й минуте в суматохе в штрафной «Старта» сумел забить Евгений Шадрин 6-2. Заметим, что в концовке встречи на поле у «Старта» появился Максим Блем, много лет отдавший иркутскому хоккею. Болельщики тепло приветствовали его. Во втором тайме немало игрового времени имел и Александр Желтяков. Была у него и пара моментов, но, увы, забить не удалось. Свой следующий матч «Старт» проведет в Хабаровске 24 февраля. Игра на Ерофея-арене начнется в 8 часов утра по московскому времени. Теперь у «Старта» осталось всего две выездные игры в регулярном чемпионате. В субботу, 24 февраля, в Хабаровске скрестим клюшки с обладателем второго места турнирной таблицы Суперлиги – «СКА-Нефтяником». А вот закончим путешествие в Казани, и уж там-то у команды Алексея Дьякова есть все шансы взять победу. И обращаем внимание болельщиков на то, что матч против «Динамо» Казани перенесен на 18 часов. Дата не изменилась, столица Татарстана, играем 27 февраля, а вот начало встречи случится на час раньше запланированного. Это сделано для того, чтобы нижегородская команда успела на поезд до Нижнего Новгорода. А там мы уже с нетерпением будем ждать заключительный матч регулярного календаря, который пройдет на стадионе «Труд» 2 марта. Принимаем «Ульяновскую Волгу», принимаем и, естественно, надеемся на победу. Ну а лично я надеюсь, что вы никуда не уйдете и стойко перенесете традиционный тайм-аут в нашем «Хит-трике». Он продлится недолго, так что мы уже скоро вернемся в эту студию и продолжим знакомить вас с самыми интересными новостями спорта. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Еще раз здравствуйте. На канале НТВ продолжается информационно-аналитическая программа о спорте «Хет-трик». И если в первом периоде мы говорили исключительно о хоккее, то сейчас пришло время рассказать о других видах спорта, и у нас на очереди баскетбол. За отчетные 7 дней БК Нижний Новгород провел единственный матч. В рамках Единой лиги ВТБ в Таллине встречались с местным Калевом. Соперник прекрасно знаком Зорану Лукичу. Встречались с прибалтами и действующие игроки нашей команды. 19 ноября мы принимали этот клуб, и тогда горожане были безоговорочно сильнее гостей 103-85. Абсолютно столько же очков черно-белые заработали и в этот раз. Суммарный счет в 200 и двойной рекорд тяжелого форварда баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Это если кратко о событиях, которые прошли на эстонском паркете в матче между таллинским Калевом и командой Зорана Лукича. И в этот раз сербский наставник горожан остался доволен своими подопечными. В единой лиге ВТБ Калев является одним из прямых конкурентов черно-белых за попадание в восьмерку. И в очной дуэли в этот раз сильнее были нижегородцы. Особо постарался в столице Эстонии Стеван Еловас. За игру он набрал 49 очков и сделал 15 подборов. Это новый рекорд банковской лиги и личный рекорд центр-форварда в этом турнире. Ну а для горожан эта победа стала второй выездной, и, откровенно говоря, далась она нелегко. БКНН по ходу встречи убегал в плюс 11, но Калев постепенно этот гандикап съел. А перед заключительной четвертью и вовсе сравнял счет 61-61. В последнем периоде пошла равная борьба, и эстонцы в один момент вышли вперед, но точная треха Стрибкова вернула паритет. На последних секундах хозяева паркета могли вырвать победу, но у лидера Таллина Айзея Бриско в тот вечер сбился прицел, и он смазал решающий штрафной. Игра перешла в овертайм, и там гости уже не дали сопернику никаких шансов. 103-99 – победа Нижнего Новгорода, и как итог – взлет на 8-е место в турнирной таблице. Теперь Нижний Новгород выйдет на паркет 4 марта. В роли хозяина площадки. Принимаем подмосковные «Химки». Напомню, 10 декабря горожане на выезде уступили этому клубу с разницей всего в 3 очка. 87-90, думаю, настало время брать реванш. Тем более настроение позволяет. Сразу два игрока Нижнего вернулись в расположение команды в победном настроении. Петр Губанов и Иван Стрибков приняли участие в матче звезд Единой лиги ВТБ. А перед этим на паркете свое мастерство показали Сергей Панов и Дмитрий Сватковский. Они сыграли в выставочном матче всех знаменитостей. Всемирно известный балет Бориса Эйфмана, выступление маскотов, группа поддержки, лучшие баскетболисты Лиги ВТБ. Все это на паркете питерского юбилейного. Второй год подряд Единая Лига ВТБ собирает в одном матче всех лучших баскетболистов и устраивает зрелищное шоу. Звезды мира сыграли против звезд России. Провел матч один из лучших ведущих страны Иван Ургант. На разыгрее выступил известный рэп-исполнитель Баста. Среди участников матча звезд были замечены игроки БК Нижний Новгород Петр Губанов и Иван Стрибков. Капитан нижегородцев набрал 6 очков и сделал один подбор, а разыгрывающий подобрал 4 раза, отдал 2 передачи и совершил один перехват. В итоге россияне победили с минимальным преимуществом в 1 очко 125-124 и подарили гостям достойное зрелище. Ну а исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Сергей Панов и исполняющий обязанности заместителя губернатора Дмитрий Сватковский сыграли в матче знаменитостей и расставили оценки на конкурсе забитых сверху. Команда Панова и Сватковского в итоге выиграла 41-36. Теперь о футболе. Нижегородский олимпиец в эти дни находится на тренировочных сборах в Турции. И там, помимо подготовки к весенней части первенства ФНЛ, команда Николая Писарева проверяет новичков в контрольных матчах. Так, в первой игре на турецких берегах олимпиец уступил одному из лидеров первой лиги Польши, команде «Ракуф», со счетом 1-4. А вот во второй встрече нижегородцы победу уже не отдали. Нижегородский олимпиец провел очередной контрольный матч в рамках заграничного сбора. Изначально играть собирались с норвежским Фредрикстадом, но в итоге соперник поменялся, им стал армянский клуб «Бананс». Здесь впору было отрабатывать не только комбинации сочетания игроков, но и игру в неблагоприятную погоду. В Турции лил дождь.
первом тайме нижегородцы просто смяли своих оппонентов. В 20-й минуте олимпиец мог вести в два мяча. Забили один. После розыгрыша углового Аюпов пробил по воротам, голкипер удар отразил, но с добиванием того же Аюпова уже ничего сделать не смог. Моментов было много, и один из них снова удалось конвертировать забитый мяч. С подачи Аюпова отличился потенциальный новобранец команды. Во втором тайме на поле появился Михаил Сорочкин, которому в день матча исполнилось 26 лет. К тому моменту счет был уже 2-1. Армяне сумели переиграть Сысуева. Олимпиец выиграл. В продолжение темы футбола предлагаю порадоваться очередному успеху МФК «Урхим». Нижегородская команда вполне успешно выступает в дебютном для себя сезоне чемпионата Высшей лиги России. Там химики сейчас замыкают квартет сильнейших. Мини-футбольный клуб «Урхим» укрепил свои позиции в четверке сильнейших высшей лиги России. Очередные дивиденды нижегородцы заработали в Астрахани. Там местный «Хазар» принимал химиков в рамках 19-го тура. И в этой встрече хозяева площадки смогли забить гостям всего 4 мяча. Зато «Урхим» отгрузил соперникам от души 9 голов. Причем 6 из них в первом тайме. Хет-триком в Астрахани отметился Максим Серебряков, хотя справедливости ради можно сказать, что 75-й номер нижегородцев вообще сделал покер. Но это только если брать в расчет автогол в его исполнении на 29-й минуте. А так, игра прошла практически полностью под диктовку гостей. «Урхим» настолько расщедрился, что даже дважды позволил «Хазару» бить разные пенальти. Разные, потому что на 25-й минуте астраханцы попытали счастье с 10 метров, а на 35-й мяч и вовсе поставили на 6-метровую отметку. И в обоих случаях выше всех похвал сыграл наш вратарь Андрей Баранин. Кстати, о голкиперах. На 43-й минуте Баранина в рамки сменил Сергей Рябинин, и он сохранил свои ворота в неприкосновенности. А итогом стали 9-4 в пользу «Урхима». Добавим, что в игре против «Хазара» произошло, можно сказать, знаковое событие. Впервые Рашид Камалетдинов вывел свою команду на этот матч в статусе главного тренера, а не спортивного директора, как это было раньше. И теперь ему и всей команде предстоит домашняя встреча. 24 февраля в зале «Фока Мещерский» принимаем рязанский «Эликс-фаворит». В манеже конно-спортивного комплекса «Пассаж» состоялся первый в Нижегородской области всероссийский турнир по выездке в закрытом помещении – зимний кубок Нижегородского Кремля. В соревнованиях приняли участие 40 спортивных пар в 4 возрастных категориях – дети, юноши, юниоры и взрослые. Они представляли ведущие клубы Нижегородской области, а также других регионов России. На первом соревновательном дне побывал наш корреспондент Артем Катков. Зимой у наездников и лошадей наступает перерыв в соревнованиях, только тренировки. Но каждый спортсмен знает, что это не сравнится с соперничеством на турнире. Поэтому Федерация конного спорта решила провести всероссийские соревнования по выездке «Зимний кубок Нижегородского Кремля». Для него был выбран закрытый манеж в конно-спортивном комплексе «Пассаж» в Нижнем Новгороде. Для нас это первый опыт. Мы ни разу не проводили в закрытых помещениях соревнования всероссийского уровня. Вообще в регионе это первый старт такого уровня всероссийского. Но это очень интересный опыт. Посмотрим, как все пройдет. Сейчас изменились с Нового года нормы присвоения разрядов и званий. И теперь мастера спорта квалификация повысилась. Да? Для этого нужно ехать в всероссийский турнир, чтобы выполнить норматив. Поэтому это должно быть актуально. Вот. Хотим раскачать регионы. Соревнования идут в 6 зачетах. Это детский, юношеский, юниорский, взрослый, взрослый на молодых лошадях и любительский. Если первые зачеты у всех на слуху, то непрофессионалам последние две категории вряд ли знакомы. О них мы попросили рассказать судей, которые приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Молодые лошади – это у нас лошади 4, 5, 6, 7 лет включительно. У них свои особенные езды, которые чуть полегче, чем езды для лошадок, которые больше, ну, старшего возраста. И категория любителей обычно стартует либо по юношеским, либо по детским ездам, вот по тестам, но в своей категории, то есть у них нету разрядов, да, высоких, они не мастера спорта, они соревнуются среди себе равных, у них отдельный зачет. Отточенность движений, правильный шаг, частота исполнения элементов и взаимопонимание между наездником и лошадью – за этим всем пристально следят судьи соревнований. Спортсменов начинают готовить с 11 лет. По словам тренеров, главное – найти подходящих друг другу лошадь и человека.
процесс тренировок ребенок находит взаимопонимание. Так или иначе, мы стараемся подобрать лошадь и всадника, потому что бывает, что пара совсем не может вместе работать. Они слушают друг друга, учатся друг у друга, запоминают какие-то моменты в тренировках и на стартах стараются выложиться на полную, стараются показать полное взаимопонимание и тому, что они научились. На манеже спортсмены из детского и юношеского зачетов. Многие довольны своим выступлением. Мне понравилось, как я выступила, хотя мы сделали одну ошибку на езде, но в целом все было хорошо. Мне было контрголоп сложно. Нужно сидеть ровно, чтобы лошадь не сделала менку. Она же чувствует твой вес и от этого как бы бежишь с правильной ноги. Нужно ездить для того, чтобы повышать свой процент, ездить в первую очередь сам для себя, чтобы быть горд самим собой, чтобы видеть, что твое время, силы, труды были потрачены не напрасно. Это, безусловно, огромный опыт, потому что придется выезжать на какие-то соревнования и в Москву, и в другие города, где есть какие-то более серьезные конные клубы, более серьезные противники, которые будут на таких соревнованиях, поэтому очень полезно. Добавлю, что в списке абсолютных победителей большинство спортсменов из Нижегородской области. Так, среди юношей равных не было Анастасии Кистановой на Затоне. Екатерина Дедякова и ее Багратион стали лучшими среди юниоров. Среди взрослых в своих категориях победителями стали Светлана Валькова на «Бестфайре» и Елена Артамонова на «Воеводе». И на сегодня это все новости. Всех мужчин я поздравляю с Днем Защитника Отечества и желаю, чтобы если нам и придется по-настоящему защищать Отечество, то пусть это будет исключительно на спортивных аренах. Еще раз с праздником и пока-пока! Не забывайте дружить со спортом!